Научная машина времени. Нижегородские родители сегодня снова пошли в школу, причем на самый важный этап школьной жизни – экзамен. Нижний Новгород участвует во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». По всей стране взрослые садятся за парты и пишут точно такой же экзамен по русскому литературе, как и их дети-школьники. Меры безопасности к честной сдаче были предприняты беспрецедентные. Вставайте, показывайте. У него там шпаргалка. Каждый участник на экзамен по русскому языку, что проходит сегодня, должен предъявить паспорт. Кроме того, у него есть черная гелевая ручка. Больше никаких других инструментов быть у него не должно на этом экзамене. Кроме того, участник может с собой иметь воду, напиток. И женщины в основном, а губная помада, расческа, женские штучки-то. Ну, вы все прекрасно понимаете, есть помещение для хранения личных вещей. Все остается там, вне ППЭ. Раньше были всегда шпаргалки, а вот здесь, к сожалению, все отобрали, ничего не разрешили. А что-то делали? Конечно. Отобрали? Конечно. Ну, как говорила моя учительница по-русскому, пишите шпаргалки. Я вас все равно их отниму. Но хотя бы пока пишите, хоть что-то запомните. Сейчас я так волнуюсь, что просто... Валерьянку-то выпили с утра? Выпила. И валерьянку, и пустыню. Как-то мы должны показать своим детям, что, на что мы вообще способны. Мы будем следить за порядком. Разговаривать нельзя, телефонами пользоваться нельзя. Перемещение только в присутствии организатора. То есть, например, если выходит из кабинета. Если нарушена процедура, мы удаляем с экзамена. Если в этом году... И в 17-м еще в большинстве пунктов приема экзамена КИМы будут доставляться в пакетах с помощью транспорта членов Государственной экзаменационной комиссии, то уже в 18-м году все будет происходить по каналам защищенной связи. Будет все защищенно и будет исключен человеческий фактор и к минимуму сведена возможность внести изменения в написанные работы или познакомиться с заданиями до того, как они поступят в пункт приема экзаменов. Ну как? Как заново родился, когда вышел. Конечно, бы 20 лет назад было бы лучше, чем сейчас. Больше знаний было. Да так, в принципе, ничего сложного. С сочинением, конечно, это там запарка, а так нормально вроде бы все. Вы такой возбужденный, как из бани. Хлеще. Я как заново родился. И сыну, и дочери скажу готовиться очень серьезно и основательно. Уже, мне кажется, даже не важно, как я это сделала, хорошо, плохо. Главное, что это уже закончилось.